Награждается юбилейной медалью 50 лет городу Видное. Ефимова Людмила Ивановна. Очередное 34-е заседание Совета депутатов Ленинского муниципального района началось с поздравления некоторых представителей Совета с прошедшим 50-летием города Видное. Им вручили юбилейные медали от администрации поселения. Депутатам предстояло принять 10 вопросов, которые стояли на повестке дня. Некоторые носили глубоко формальный характер, как, например, прекращение полномочий депутата по 17-му избирательному округу или внесение изменений в устав Ленинского района. Другие же вопросы вполне касались многих простых жителей муниципалитета. Депутаты единогласно проголосовали за принятие администрации отдельных полномочий городского поселения Горки-Ленинские, чтобы самостоятельно организовывать на его территории электро-, тепло-, газ, заводоснабжения и водоотведения. В целях сохранения единого технологического коммунального комплекса, обеспечения бесперебойного функционирования, качественного предоставления коммунальных услуг населению Ленинского муниципального района. По мнению специалистов, принятое решение действительно будет способствовать улучшению качества жизни. Еще одна животрепещущая тема – передача полномочий на уровень района по содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства все того же городского поселения Горки-Ленинские. Сельских поселений, которые у нас на территории присутствуют, Развилка, Булатниковская, Мауковская, совхоз Ленин, такие полномочия перешли на уровень района в силу закона. Вот, а в случае вот, городского поселения Горки-Ленинские мы принимаем отдельное решение Совета депутатов по данному вопросу. Говоря простым языком, теперь район будет содержать дороги всех поселений. Ремонт и чистоту предстоит обеспечивать муниципальному образованию. Юлия Погосян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.